привет! С вами Fashion TV и я Навойд. Сегодня в яхт-клубе Shore House состоится торжественная церемония вручения премии Dance Russian Awards 2019, которая подведет итоги танцевальной индустрии за прошедший сезон. Здесь же состоится церемония закрытия международного фестиваля фитнеса Russian Fitness Fair, которая организована сетью фитнес-клубов Crocus Fitness при поддержке правительства Московской области. Отличительной чертой фестиваля стали площадки на открытом воздухе. Что для вас спорт в вашей жизни? Спорт, наверное, как и музыка, неотъемлемая часть нашей жизни. Which kinds of sports are your favorite? I'm a basketball player. A basketball. Even though you're taller than me. Спорт для меня это скорее такая естественная необходимость, да, то есть я как бы уже, ну, такой возрасте человек, поэтому мне надо заниматься, тренироваться, чтобы как-то хорошо выглядеть. Спорта предпочитаете? Какой вид спорта нравится? Ну, болеть я люблю за теннис, мне очень нравится. Я спорт люблю, когда он художествен, когда это искусство. А вы можете вот так просто выйти, позаниматься на турниках, на открытом воздухе, в парке? Не обязательно же идти в спортзал, как на турничках. Иногда мы так и делаем, приходим на открытую площадку Крокуса. Sport, fitness, gym is important for life or not? No, definitely. Sport is everything. Занимайтесь спортом, чувствуйте себя любимыми, любите себя. Спорт, особенно если он регулярный, он помогает справляться с грустью, с депрессией. Как вам удалось организовать такое масштабное мероприятие? Опыт и любовь к фитнесу и спорту, друзья. Вы знаете, это уже второй фестиваль, и второй раз я его веду. И это очень здорово, что в прошлом году это было 4000 участников, в этом году это уже 8000. Это говорит о том, что, ну, все-таки мы занимаемся спортом. Скажите, как вы поддерживаете себя в форме? Ем один раз в день, если честно. А больше я ничего не делаю. Ну ладно, еще массаж и пилатес иногда. Ну и ваши пожелания нашим зрителям. Если вы завтра не пойдете в фитнес-клуб, то хотя бы прямо сейчас встаньте с кровати и сделайте пару отжиманий. Заключительная часть фестиваля прошла в формате роскошной вечеринки в яхт-клубе Shore House. Лучшие из лучших, отличившихся в спортивных состязаниях и на фестивале, были отмечены памятными подарками, дипломами и медалями. А с вами была Яна Войт. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.